Сегодня в Омске и области хоронят жертв автокатастрофы на Сыропятском тракте. Трагедия произошла в среду, 24 июня. Работники птицефабрики «Сибирская» возвращались домой после смены на арендованном для перевозок автобусе. В 5 километрах от села Богословка ЛиАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом, загруженным кирпичом. В результате погибли 16 человек и пострадали 11.